Это жуткое видео недавно выложил один из блогеров в Китае. Вначале оно было никому не интересно, как и в принципе сам блогер, до тех пор, пока зрители не заметили, что на этом видео есть еще кто-то, кроме него. Как только видео завирусилось и начало набирать много просмотров, блогер удалил все видео со своей страницы и даже аватарку канала. Но самое криповое, что за несколько недель до того, как все это произошло, он рассказывал о том, что каждую ночь он видит во снах свою покойную сестру. Кто-то успел скачать его последний ролик и перезалить его. Есть теория, что на самом деле он удалил свои видео не потому, что просто испугался, а потому, что после последнего видео он начал пересматривать остальные и заметил там кое-что похожее.